Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня видео будет посвящено мессенджеру Telegram, а именно одному из ботов Telegram, который позволяет узнать мнение ваших подписчиков, я имею в виду подписчиков вашего канала, о том посте, который вы публиковали, создать форму голосования. Палец вверх, палец вниз. Понравилось, не понравилось. Надеюсь, что это будет полезно для вас. Итак, я запускаю браузер Chrome и в строке браузера вставляю ссылку на этот Telegram бот. Вы можете сделать то же самое уже непосредственно в своем Телеграме. Просто выбираете значок собачки и справа от значка собачки пишите английское слово like. Это вы все пишете в строке поиска в Telegram. Выбираю вот этот значок like. Выбираю Open in Telegram Web. Нажимаю старт. Вот этот Telegram бот с сердечком. Пишу сообщение. И я хочу добавить значок. Кстати, к этому сообщению можно прикрепить фотографию, если в этом есть необходимость. Добавляю эмоции. Справа вверху есть такая мордочка эмоций. И добавляю палец вверх, соответственно, палец вниз. И отправляю это сообщение боту. Выбираю палец вверх. Выбираю этот вариант. Выбираю Publish. Теперь выбираю канал, на котором я хочу разместить это сообщение. Это будет мой основной канал моего имени. И смотрите, для того, чтобы у вас все красиво получилось, вот здесь вверху в текст месседжа Wave есть слово английское Buttons. Нажимаете на этот Buttons. И вот ваш замечательный пост, на который вы можете поставить лайк или поставить дизлайк, соответственно. Вот, собственно, и все на сегодня. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!